Рубрика «Жилые комплексы Челябинска». Сегодня мы с вами находимся в жилом комплексе «Парковый 2», который находится за городом, но принадлежит центральному району города Челябинска. Жилой комплекс «Парковый 2» строился в период 2014 по 2020 год. Сейчас комплекс полностью возведен и построен. Ориентируется он в улицах Петра Столыпина, Петра Сумина, Новоградский проспект и улица Татищева. Этот комплекс состоит исключительно из панельных домов, 10, а также 16-этажных. Серии 97, 137, Европа, а также есть дома, которые пристроил другой застройщик внутри двора. Жилой комплекс «Парковый 2» уже имеет детский садик, магазины и социальную инфраструктуру жилого комплекса «Ньютон». Подписывайтесь на мой канал и увидите новые обзоры жилых комплексов.